26 мая, в День российского предпринимательства, в Смоленске прошла встреча губернатора Смоленской области Алексея Островского с предпринимателями региона. На встрече присутствовали представители бизнес-сообщества города Десногорска. Спорт, туризм, промышленность – список отраслей, в которых заняты предприниматели района, перечислить довольно сложно. Но еще сложнее преувеличить вклад каждого из них в экономику области. Дополнительные рабочие места, повышение налогооблагаемой базы, реализация социально значимых проектов – за это и многое другое поблагодарил присутствующих в зале Алексей Островский. Большое спасибо вам за то, что в это непростое время вы находите все смелость заниматься бизнесом, тем более в условиях коронавирусной пандемии, которая создает большие сложности, но вместе с тем вы не сдаетесь и находите в себе смелость для того, чтобы бороться за свой бизнес. Предприниматели, чья деятельность в 2020 году была наиболее эффективной, несмотря на пандемию, были отмечены Алексеем Островским особо. Из рук губернатора они получили благодарственные письма за добросовестный труд и большой вклад в экономическое развитие региона. Среди выдающихся бизнесменов были и представители Десногорска. Это индивидуальный предприниматель Ольга Галкова и директор туристического агентства «Альянс Тур Плюс» Елена Черник. Мне приятно, что деятельность нашей компании была высоко оценена. Конечно же, я рада получить сегодня данную награду и уверена, что у нас впереди будут новые возможности в получении новых наград и достижений поставленных целей. Всех предпринимателей поздравляю с праздником и желаю новых побед на профессиональном уровне. Предпринимательские риски – это неотъемлемая часть существующей экономической свободы. И прошедший год показал, что трудности встречаются. Но настойчивость, целеустремленность и смелость предпринимателей заставляют их двигаться к новым победам. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.